Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу «Молитвенные стражи». Присоединяйтесь к международной ходатайственной молитве, пропитывайтесь Божьим присутствием и принимайте послание от Папы. Благословенного всем прослушивания! Послание от Папы. Принимает и читает Анна Семенова. Любимая, я мечтал о тебе, именно о такой, какая ты есть уже сейчас. Я так хочу рассмотреть весь твой мир именно твоими глазами. То, что ты ощущаешь, переживаешь и испытываешь, когда смотришь на что-то вживую, не сравнится с тем, что снято на самую лучшую камеру и показано на самом широком экране. Задействовав все органы чувств, сразу ты соприкасаешься с моим творчеством и ловишь вдохновение, становясь сотворцом во всем, что делаешь. Я хочу подкидывать тебе все новые и новые поводы для вдохновения. Я люблю тебя такой, какая ты есть, и я хочу смотреть на тебя своими глазами и через твой любящий взгляд на каждого, с кем ты соприкасаешься. Ты раскрываешь целую вселенную и даже больше, когда заглядываешь чью-то душу через глаза. Красота в глазах смотрящего. Наблюдай и твори эту красоту внутри и вокруг себя. Твой мир обогащается мной через все, что ты делаешь из-за любви и с любовью. Я хочу расширить мое царство через тебя. Везде, где ты окажешься, давай путешествовать вместе. Я приглашаю тебя в захватывающее приключение, поиск моих сокровищ в тебе и вокруг тебя, в каждом и во всем, что тебя окружает. Я могу и хочу разговаривать с тобой через все. Тебя ожидаю, прикоснись, мое сердце открыто, наполняй, наполняй своей силой и славой, Дух Святой, тебе я нуждаюсь. Дух Святой, тебя ожидаю, прикоснись, мое сердце открыто, наполняй, наполняй своей силой и славой, Дух Святой. Дух Святой,
Святой, во свете Твоем. Только в Твоем свете мы можем увидеть этот свет. Сегодня Отец приглашает Тебя и меня выйти из пещеры сомнений, выйти из пещеры уныния, выйти из пещеры тревог, страхов, любой боли и переживаний. По какой бы причине тебе не хотелось сегодня спрятаться ото всех, где бы ты ни находился, за экраном, в конце на галерке или где-то еще вне зала. А может быть, ты пришел сюда, но все равно хочешь закрыться ото всех и видеть только Бога и больше никого на этой земле. Сегодня Отец приглашает тебя выйти на свет. Ты привык в этой пещере. Там уже все знакомо. Там уже все понятно. Очертания вместо конкретных предметов. Сухо. Может быть, даже тепло. Но очень ограничено. Это не место, которое Он для тебя приготовил. Это не место, которое тебя будет развивать, напитывать, поднимать. Это место, которое тебя сегодня удерживает от того, чтобы принять Его исцеление, принять Его славу, принять Его силу. И поэтому Он зовет сегодня выйти на свет. Не бойся признаться Ему и самому себе в этих страхах, в этих сомнениях, всем, что сегодня удерживает тебя там. Не бойся. Это останется там. Потому что во свете Его мы видим свет. Только в Его свете мы можем увидеть себя настоящими Его глазами. Такими, какими Он нас сотворил. Теми, которыми Он нас создал. Он наш Отец. В нас течет Его кровь. В нас течет Его ДНК. В нас течет Его возможности. В нас течет Его сила. Его слава. Наш род начинается от Него. Не от нашего просто папы или мамы. Наш род от Него. Иисус стал тем, кто вернулся на места. Адам это потерял, но представьте себе, что отцом Адама был Бог. Он что-то сделал неправильно, что Адам от него отвернулся и спрятался. Вопрос сейчас в правильно и не в правильно, не об этом. Мы, как родители, можем делать правильно, неправильно, не об этом. Но у Бога есть путь, как вернуть этого Адама к себе опять. Он родил второго Иисуса. Сегодня я и ты через этого Иисуса опять соединены с нашим Небесным Отцом и имеем все, в чем мы нуждаемся. Тебе не достает мудрости. Бери! Просто проси, и Он без упреков даст. Тебе не достает здоровья. Здесь все завалено Его исцелением. Он здесь, чтобы раздавать подарки. Он здесь, чтобы раздавать свою надежду, шалом, радость. Все, в чем ты сегодня нуждаешься, у Него приготовлено для тебя прямо сейчас. Выйди из этой тьмы, выйди из пещеры на свет. Потому что в этом солнце правды лучи исцеления. И написано, что взграете, как тельцы упитанные. Я хочу видеть это здесь, сейчас, сегодня. Независимо от того, есть мама на служении, нет ее, царь царей. Отец здесь, Он твой папа, и ты можешь не считать и не чувствовать себя сиротой. Он здесь для того, чтобы сегодня принести это сыновство, принести все, в чем ты нуждаешься. Иисус, я благодарю Тебя за то, что мы делаем этот шаг веры и выходим к Тебе на свет. Выходим, чтобы получить эти исцеления в Твоих лучах. Чтобы в Твоем свете увидеть себя и все обстоятельства, в которых мы находимся. Чтобы увидеть все вокруг себя в новом свете.
Иисус, спасибо Тебе за Твою любовь, за то солнце, которое всегда, всегда над нами. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты истекаешь этой любовью с креста на нас сейчас. Твоя любовь струится, омывая каждый грех, омывая каждую проблему, каждую ошибку, омывая любую болезнь и рану. Прямо сейчас эта кровь струится для меня и для Тебя, делая нас чистыми, святыми, непорочными и счастливыми. Где бы ты ни был и что бы сейчас ни происходило в твоей жизни, этот обмен на кресте для тебя, это отцовство, это сыновство сегодня для тебя. Этот Отец здесь. Он пришел, чтобы обнять, чтобы сказать тебе, что я всегда рядом, я всегда на твоей стороне. Я тебя поддержу, я тебя вытащу, я тебя достану. Я понесу тебя на руках, когда ты не можешь идти. Я протягиваю к тебе руки и прошу просто доверяй. Доверяй мне. Не бойся, я не только вчера был с тобой. Я не только сейчас с тобой. Я в твоем завтра. Доверь твое завтра мне. Доверь твое завтра. И отложи эти заботы. И наслаждайся этим моментом сейчас. Получая радость от моего присутствия, радость от присутствия других людей рядом с тобой. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Святой, я благодарю Тебя за то, что только Ты можешь исцелять сиротство. Только Ты можешь исцелять рабство. Только Ты можешь менять обстоятельства в нашей жизни на 180 градусов. Ты просто разворачиваешь всю ситуацию прямо сейчас. Ты открываешь дверь там, где ее не было. Ты показываешь путь, по которому нам идти. Ты берешь на руки и залечиваешь все раны. Ты достаешь стрелы от любого предательства, каким бы древним, старинным, старым, из какого бы далекого прошлого этого не было. Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты здесь. Возьми меня на плечи, мой родной. Он хочет из тебя и из меня сделать этих отцов и матерей. Но он никуда не торопится. Он никуда не спешит. Он хочет тебя и меня погрузить сначала в это сыновство. И исцелить до конца, залюбить до конца, до смерти. Любить настолько, что мы просто сдадимся в его объятия. Ничего и никому не должен. Он просто хочет тебя любить таким, какой ты есть. И только если твои действия
начинаются из желания ответить на эту любовь. Вот то, что он принимает. Остальное ни тебе, ни ему, никому не нужно. Если этого не инициируется любовью сейчас, что бы то ни было, остановись. Остановись и нырни на глубину его любви, в его сердце. Укройся в этой любви. Любовь, Иисус, победит во мне, унося на глубину боль мою и страх. Тонут все сомнения в мир, верности Твоей я сдаюсь Твоей любви, я в Твоих руках. Пусть Твоя
Предлагаем музыкальную пропитку. Позвольте вашему духу наполниться Божьим шаломом.
Thank you.
Thank you.
Thank you.